Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Porsche Cayman. Ремонт кузова. Итак, ремонт буду делать в два этапа. Первый этап — ремонт переда, и второй — ремонт задней части. Для ремонта я имею БУ и новые детали. Теперь мне надо установить машину на стапель и затем разобрать перед. Машина стоит на стапеле, и чтобы разобрать перед, мне надо немного вытянуть. Перед разобран. Теперь удаляю помятый и поломанный передок. Вырезаю кусок лонжерона, чтобы увидеть его конструкцию. Теперь я могу удалить последние куски. Итак, поврежденный перед удален. Теперь разбираю донорскую часть.
Итак, у меня есть нужный кусок, буду его устанавливать. Перед установкой переда я установил подрамник. И у меня есть размеры кузова. Размеры на многие машины можно узнать по ссылке в описании. Итак, размеры в порядке. Начинаю клеить, клепать и сваривать. Перед установлен. Теперь обрабатываю швы герметиком и затем крашу передок. Замененная часть покрашена. Устанавливаю бак, подвеску и другие части переда. После этих работ начну ремонт задней части.
Итак, первый этап работ закончен. Второй этап работ смотрите в следующее воскресенье. Ремонт задней части. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!